Всем привет, меня зовут Саша, и в этом видео бы хотела показать вам канцелярию, которую я купила в школу для 7 класса. Кстати, мои подписчики, наверное, могли заметить, что у меня кое-что изменилось в прическе, я осветлила передние пряди, но не только передние пряди, еще немного сзади, но в основном вот, то, что впереди. Вот так вот это выглядит. Мне безумно нравится, я никогда подобного не делала, просто вообще шикарно. Ну а мы не будем долго тянуть и начнем. Ну а начнем мы с рюкзака вот в такой вот черно-бежевой расцветке. Я просто безумно обожаю бежевый цвет. И бежевым элементом этого рюкзака являются передние кармашки. Точно не знаю, что буду в них носить, но скорее всего это будут ключи, салфетки и так далее. На левом кармашке вы можете увидеть вот такого вот милого мишку, которого можно достать. Но доставать я его не буду, так как рюкзак уже будет смотреться совсем по-другому. Да и вообще он мне очень даже нравится. Далее вы можете увидеть кармашек чуть больше, в котором лежит пенал, но про него я расскажу попозже. Помимо пенала я буду там носить очки. В большом кармане у меня непосредственно будут лежать учебники, тетради и дневник. Сначала рюкзак показался мне достаточно маленьким, но после того, как я засунула туда несколько своих тетрадей и учебников, он увеличился. А как вы понимаете, в 7 классе учебники не такие уж и маленькие. Также с задней стороны рюкзака есть небольшой секретик, в котором я буду носить свой телефон. И совсем забыла сказать, в наборе с рюкзаком шли вот такие вот милые значки. На них надета пленка, но я пока не стала ее снимать, чтобы они более-менее сохранились. А теперь, как я и обещала, мы приступаем к пеналу. В основном кармане у меня лежит основная канцелярия. Точилка. Ластик. Кстати, у него очень классная расцветка, она мне очень сильно нравится. Корректирующая лента. Кстати, я ими не так часто пользуюсь, но на всякий случай купила. Три простых карандаша. Два из которых одной серии. Один желтый, другой голубой. Третий такого нежно-розового цвета с лепесточками внизу. Две черные гелевые ручки. Две простые синие ручки. Вот такого вот офигенного цвета, нежного вообще, прям шик. И вообще обычно темно-синяя ручка. Также с прошлого года у меня остались вот такие вот два текстовых делителя. И последнее, что не поместилось в пенал, это прозрачная линейка. Следующим в списке будет дневник. Он тоже пастельного цвета, и он мне очень нравится. Я, наверное, уже это сказала очень много раз про всю свою канцелярию. Он, кстати, бежевый. Предметные тетради чем-то похожи на дневник. На примере географии я покажу, как выглядит титульный лист. На нем вы можете записать свое имя и фамилию, посмотреть какие-то определения. А на последнем листе можете записать свое домашнее задание. И так, собственно, во всех тетрадях. Физика. История. Биология. Литература. Кстати, она с небольшим браком, у нее по два титульных листа. Ну, не только титульных, но и последних. И определения на них, кстати, тоже одинаковые. Английский язык, геометрия, алгебра и общество. К сожалению, в магазине не было общества в такой расцветке, поэтому я взяла такое, она мне тоже очень нравится. Из прошлого года у меня остался словарь по английскому, он в очень хорошем виде, поэтому я его оставила. Ну и на всякий случай обычные тетради пятерочки. Ну и завершать наше видео будет вот такой вот альбом по ИЗО. Не знаю, как у вас, но у нас в 7 классе оно есть. Кстати, напишите об этом в комментариях, мне будет интересно почитать. Ну а на этом все. Если ты подробнее хочешь узнать, что происходит в моей жизни, обязательно подписывайся на мой инстаграм. Ссылочку я оставлю в описании. Также заодно я оставлю ссылочку на свой тикток. Спасибо за просмотр. Всем пока!